Привет, красотка! И я думаю, никто, ни я, ни вы не ожидали, что вторая часть этой рубрики появится на моем канале так скоро. Но на самом деле я немножечко обалдела от вашей реакции. Очень много положительных комментариев под первой частью 10 ошибок в макияже. Поэтому я подумала, зачем заставлять вас ждать, и тут же принялась за съемку второй части. Итак, сегодня мы снова разберем 10 бьюти-ошибок. Это ошибки, не только касающиеся макияжа. Они могут также касаться ухода за нашей кожей, за волосами. В общем, какими-то просто бьюти-штучками, которые мы все делаем неправильно. И, конечно же, смотрите это видео до конца, потому что в конце видео снова приятный конкурс от меня. И мы будем двигаться от 10 ошибки к первой, к самому такому сладенькому. И на 10 место я поставила ошибку мыть волосы на ночь и ложиться с мокрыми волосами спать. Мне кажется, этим грешила каждая вообще девушка. Ну, я точно. Но в перспективе вот такая вот вредная ошибка может привести к тому, что волосы станут более ломкими, менее блестящими, менее жизненными. Какой антоним у слова безжизненный? Именно в таком мокром, влажном состоянии наши волосы подвержены, максимально подвержены механическим повреждениям. Они тянутся, они ломаются, поэтому, да, стоит от этой привычки отказаться, если вы хотите шелковистые, послушные волосики. Тем более, что во время сна мы вообще непонятно, что делаем, как мы переворачиваемся, в какой позе спим и как волосы вот лежат, так они и высыхают, заламываются. На 9 место я ставлю ошибку игнорировать наличие SPF в вашем креме. Я не буду разворачивать сейчас целую лекцию о солнечных лучах, какого вида они бывают. Это все есть в интернете, на сайтах, на статьях можете ознакомиться с этой информацией. Как и чем солнечные лучи опасны для нашей кожи. Но важно знать, что около 80% всех солнечных лучей проникают через облака и отражаются от всех поверхностей. Асфальта, травы, воды. Поэтому так важно защищать кожу от солнечных лучей всегда. И на пляже, и зимой, и летом, и на коньках. Вообще, сам по себе SPF – это показатель, который определяет, насколько этот крем может защитить вашу кожу от солнечных лучей. Для города оптимальное значение SPF от 15 до 30. Это летом, зимой можно поменьше. Ошибка номер 8. К сожалению, очень распространенная, особенно среди подростков, это игнорировать проблемы своей кожи. То есть, как у нас часто происходит? Вы видите на своем лице какие-то несовершенства, высыпания. И вы думаете не о том, как помочь вашей коже в первую очередь, понять причины появления этих несовершенств, а о том, как бы поскорее это все замазать, чтобы просто не было видно. Вот это проблема. И на самом деле я к вам с хорошей новостью, потому что я уверена, что эта информация уже многим могу помочь прямо сейчас. Я хочу с вами поделиться очень крутым сервисом, которую разработала дерматологическая лаборатория La Roche-Posay. Это просто уникальный сервис, на самом деле. Он основан на искусственном интеллекте. И для его создания дерматологи со всего мира проанализировали 1000 изображений женщин и мужчин с разными типами кожи, с разной степенью выраженности акне. И этот сервис выявляет ваши недостатки всего лишь по одному селфи. Ну ладно, не по одному, там нужно сделать 3 фотографии. Но это просто феноменально, что сидя дома, никуда не идя, кстати, в этом очень часто и проблема, что не хочется пойти к дерматологу, там боишься. А тут, сидя дома, имея свой телефон, абсолютно бесплатно, этот сервис бесплатный, сделав всего 3 фотографии в разных положениях, анфас, правый и левый профиль, вы можете узнать информацию о типе, степени выраженности и локализации ваших несовершенств. Сервис произведет оценку по шкале акне от 1 до 4+, предупредит о необходимости получения консультации у врача-дерматолога и предоставит вам персональные рекомендации только для вас по уходу за проблемной кожей со средствами Effaclar. А после прохождения диагностики у вас будет возможность получить набор мини-продуктов или бесплатную консультацию дерматолога в клинике или онлайн. Приложение, это или можно сказать виджет, сервис называется Effaclar Spot Scan. Я уже сказала, оно абсолютно бесплатное. Давайте я оставлю ссылку на него в описании. После этого видео каждая из вас может пройти персональную диагностику своей кожи. Ошибка номер 7 – это постоянно трогать свое лицо руками. И этим уж точно грешат многие. Я, по крайней мере, это в принципе замечаю, даже на улице, сидя в кафе. Девочки постоянно что-то норовят себя там потрогать, почесать, посмотреть. Это как даже реально вредная привычка становится. Знаете, как мы волосы иногда поправляем? Есть такие люди, не говорите, что это я, которые всегда поправляют свои волосы. И, кстати, волосы из-за этого быстрее жирнятся. Но с кожей еще плачевнее ситуация, потому что нашими руками мы трогаем все. Телефон, который лежал только что там на столе в кафе, на этот стол в кафе мы положили недавно варежки с улицы. Этими варежками с улицы мы открывали дверь там в троллейбусе где-нибудь еще, я не знаю, но
В общем, история бактерий, переходящих с одного места на другое, а потом пришедших на наше лицо, может быть очень долгая. Но в любом случае, возьмите себе за правило одергивать себя всякий раз, когда хочется прикоснуться к лицу руками. Можете договориться со своей подругой, что там, если ты у меня замечаешь, что я трогаю свое лицо без надобности, это хочу там почесать, потрогать, чтобы вы одергивали друг друга, и вы вместе приучите себя к тому, чтобы делать это реже. Кстати, о подругах. Наша ошибка номер 6 – это делиться своей косметикой с подружками. И я не в плане того, что мы должны быть жадными, там, не давать свою косметику, только мое, никому больше не дам. Но фактически, кстати, именно так оно и есть. Тут просто проявляется не жадность, а как бы здравое осознанное понимание того, что вы прямо сейчас делаете. Вы фактически даете свои бактерии другому человеку и говорим, ну, держи, заражайся. А потом бактерии своей подружки берете к себе обратно и имеете прекрасную возможность получить воспаление, высыпание и так далее. Если это такой косметический продукт, который можно выдавить, например, из тюбика, да, если это тональник и вы можете его дозировать, то окей. Но если это помада, которая прикасается прямо к вашим губам, да, а здесь у вас также и слюни, и, простите, кожа, и все-все-все, а потом эту помаду вы даете другому человеку, она делает то же самое, то вот здесь уже смешение ваших бактерий точно произойдет. И просто нужно понимать, что косметика — это такая же личная вещь, как и зубная щетка. Я не знаю, кому придет в голову давать другому человеку свою зубную щетку, но с косметикой, в принципе, это должно быть точно так же. И если вы боитесь обидеть свою подругу, например, вы посмотрели это видео, вы сейчас знаете, что так нельзя, но подруга ваша не посмотрела это видео, например, не знает этого факта и придет к вам домой, попросит попользоваться вашей помадой или там палеткой для контуринга. Если вы боитесь ее обидеть, можете сказать, да, конечно, пользуйся, но тогда мне ее обратно и не возвращай. Тут как бы любой адекватный человек, в принципе, скажет, почему, что, как так, но ваше желание отдать безвозмездно вещь немножечко успокоит ее, и тут вы расскажете, что, ну, это на самом деле не очень-то гигиенично, и ни тебе, ни мне это нехорошо, но если ты очень хочешь, то забирай, но я потом пользоваться этим не буду. Но я думаю, что ваша подруга здесь осознает, поймет, что как бы не надо забирать вещи и просто скажет, ну ладно. Ошибка номер 5 – это подкручивать накрашенные реснички. В принципе, подкручивать ресницы керлером – это не сказать, что очень вредно, но точно лучше, здоровее ресницы наши не делают. Но в принципе, ничего страшного, если вы только не делаете это прям супер на постоянной основе и понимаете, что ваши ресницы редеют, но вы все равно завиваете свои ресницы. Но что точно нельзя делать, так это завивать их в накрашенном состоянии. В накрашенном состоянии наши ресницы очень уязвимы. И под таким сильным воздействием вот этого механизма, когда вы прижимаете половину ваших ресниц и закручиваете ее, делаете ее более ломкой, они еще больше подвержены повреждениям. Поэтому, конечно же, это приводит к плачевным результатам. Я сейчас улыбаюсь, на самом деле это не смешно, и вообще так не надо делать, девочки. Итак, ну а мы двигаемся к финалу, и ошибка номер 4 – это на самом деле ошибка, о которой я сама узнала недавно, и до недавних пор я сама ее совершала, и более того, вы мне помогли понять, что я делаю что-то не так. В общем, ошибка заключается в том, чтобы использовать и бальзам для волос, и маску одновременно, так сказать, то есть в одно применение. Например, вы вымыли волосы шампунем, потом нанесли бальзам, а потом нанесли маску. Так вот, это не то чтобы ошибка, вы, конечно, хуже прям своим волосам не делаете, но как минимум вы тратите средства, которые не нужно тратить, и я вам просто сейчас сэкономлю ваши средства, ваши деньги, потому что это абсолютно ненужная вещь. Дело в том, что и бальзам, и маска, в принципе, выполняют одно и то же действие, только бальзам больше работает с поверхностью наших волос, а маска именно со структурой, поэтому бальзам мы наносим на 1-2 минуты, а потом смываем, а маску можем нанести на 5-10 минут. Так вот, самым правильным, логичным использованием этих продуктов будет каждый раз после шампуня использовать бальзам, но на каждое третье, например, применение использовать маску вместо бальзама, а не после него. Ошибка номер 3 – это думать, что демакияж и очищение кожи – это прямо вот одно и то же. Я на самом деле сама в этом вопросе разбиралась очень долго, и не в плане, что вот я сейчас свои выводы говорю и все. Это только я так решила. Нет, я спрашивала и у косметологов. Долгое время я пользовалась только мицеллярной водой, думая, что все, я помогаю своей коже, и я просто счищаю макияж. Но дело в том, что если мы после мицеллярки просто оставляем вот свое лицо таким, какое оно осталось после мицеллярки, то ее компоненты продолжают работать на нашем лице. А на что направлена мицеллярка? На то, чтобы растворить
наш макияж, избавить нас от загрязнений, там, от жира и так далее. И когда мы уже сняли всю косметику, в принципе, нашей коже мицеллярка больше не нужна. Более того, она даже может вредоносно как-то воздействовать на нашу кожу, продолжая активно работать вот этими компонентами. Поэтому после тщательного демакияжа рекомендуется умываться также гелем или пенкой для еще более глубокого очищения и избавления от остатков мицеллярки. Вторая ошибка, очень распространенная, я, кстати, тоже ее совершала, это использовать вечерний крем, вот подумайте, он даже называется вечерний крем, вечерний уход, прямо на ночь. То есть вот прямо перед сном. Какое-то время у меня вообще на тумбочке прикроватной лежал крем, и я прямо перед сном такая намазывалась и спать. Дело в том, что крему, как и любому продукту, нужно время, чтобы подействовать. И если мы сразу же запечатали свое лицо кремом и давай спать, мало того, что мы ему не дали время, чтобы раскрыться, подействовать, оно еще и просто может остаться как маска на нашем лице и не давать коже естественно восстанавливаться. Потому что он просто будет как пленка, знаете, наложенная на лицо. В общем, желательно наносить крем хотя бы за час до сна, чтобы он успел поработать, а на ночь кожу оставлять вот в покое, ничего на нее больше не наносить, чтобы она еще и сама поработала хорошо. Ну, интересно, что же я поставила на первое место. И на самом деле ничего, возможно, нового я вам не скажу, Америку не открою, но повторение мать учения. И знаете, о таком нужно говорить, такое нужно повторять и прямо вот так вот вбивать тем, кто до сих пор не усвоил. Это ошибка игнорировать демакияж. Реально, девочки, до сих пор же существуют те, кто просто думает на ночь, типа, а пофигу. Но вообще не пофигу на самом деле. Это очень-очень вредная, очень грубая ошибка, которая приводит к ужасным последствиям. Это просто негигиенично. И все различные прыщи, высыпания, черные точки появляются именно от этого. Ну, еще, конечно, ряд причин. Но от этого в первую очередь, если у вас есть какие-то вообще проблемы с кожей, и вы до сих пор не смываете на ночь косметику, первое, что вам нужно начать делать, это смывать, конечно же, на ночь косметику. Это очень важно. Нужно давать коже восстановиться, очищать ее от загрязнений, давать дышать. Ну что ж, красотки, подборочка наша подошла к концу, мы дошли до первого места. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось, что чего-нибудь новенького вы отсюда узнали. И давайте переходить к нашему конкурсу. Сегодня я разыгрываю вот такую пенку для зубов от Splat, а также палетку теней от NYX. Просто посмотрите, какие шикарные оттенки. И чтобы выиграть этот милейший комплект, как всегда, условия не меняются. Нужно подписаться на мой канал, нужно подписаться на мой Instagram и написать в комментариях, какую ошибку из этих 10 ты совершала до сих пор. А если ты такая молодец и ничего не совершала, то напиши какую-нибудь новую грубую бьюти-ошибку и не забудь указать свой ник Инстаграма в комментариях. Кстати, у меня многие спрашивают, и справедливо спрашивают о результатах конкурса, когда они, собственно, появляются. Они появляются спустя 2 дня после выхода видео. Так что, чтобы не пропускать, следите за моим инстаграмом. Ну, а я вас, красотки, очень сильно люблю и улыбайтесь чаще.